Всем привет! Сегодня я покажу обновление в симуляторе Минского метро. Добавился Штадлер и новая линия. Так, я выбираю поезд, и вот тут это стандартный поезд, который уже был. Следующий теперь. Вот этот Штадлер. Так, мы его выбираем. Теперь включаем белую линию. Короче, я скачал взлом этой игры, потому что поезд продается за реальные деньги, а также эта линия продается. Вот как выглядит это в кабине. Поехали. Видео будет небольшим, так как маленькая линия, короткая. Станция Малиновка. Малиновка Стейшн. Так, сейчас я проверю, почему Малиновка. Я же где выбрал другую линию. Сейчас. Выбрать. А. Тут есть три линии. Московская, Автозаводская, Залужская. Вот. Теперь все будет хорошо. То я просто линию не переключилась почему-то линию. На станции встретимся. В общем, выезжаю я из депо, и сейчас вот скоро будет станция. Потому что на других двух линиях я уже катался. Ух ты! Тут еще и этот. И такой заборчик. Как бы еще ровно остановиться, не знаю. Опа! Двери открываются. Люди заходят. Поважанные пассажиры, коли ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтеся каля дверей вагона. Наступная станция вокзальная. Осторожно, вокзальная. Двери зачиняются. Next station is... Вокзальная. Please, mind the closing doors. Поважанные пассажиры, после объявы об закрытии дверей... не допускается. Все, дверь на станции, ну, этого забора, и дверь на... и дверь в поезде закрылись, и мы можем отправляться. Хорошо, что тут 80 км в час, конечно. И тут экранчик работает. Поезде. Начинается крутой подъем. О, все нормально. Поехали. Я думал, крутой подъем на самом-то деле. Я просто поставил на
скорости. And Площа Незалежности. Transfer to the Московская line. По причине того, что я неправильно остановился, то что происходит с людьми? Они сквозь стены проходят. Я просто неправильно остановился. Наступная станция Площа Франчишка Богушевича. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площа Франциска Богушевича. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, выступайте вместе с пассажиром с третьим пассажиром. Я почему-то неправильно остановился. Неправильно остановился, из-за этого, в общем, произошел такой казус. Произошел небольшой казус, что я вот не смог нормально открыть дверь. Но я удивился, когда увидел, что они заходят просто сквозь стену. То есть сквозь эту забор. Не смог я нормально остановиться. Я поставил скорость 0, в общем, посередине, и теперь 59, мы ехали постоянно. А сейчас 58. Постоянная скорость. О, заехали. На станцию. Станция Площа Франциска Богушевича. Я опять Площа проехал. Нет, стой. А, как проехал. Еще и открытие дверей на ходу. Доступная станция Юбилейная Площа. Осторожно, двери зачиняются. В общем, у меня две ошибки, потому что я не рассчитал длину станции и остановился. Из-за этого у меня открытие на ходу дверей, так еще и неверная остановка. Не точно. Много от них пассажиров, можно, конечно, выставить поменьше, но мне не хочется. Уже вот-вот станция идет. Не работает информатор.
Немного я не доехал до дверей, конечно, но зато я не проехал, и информатор не работает. Я на него нажимаю, не срабатывает. Это конечная станция, поэтому, как я понимаю. Да, это конечная. Все, я проехал эту линию. Сейчас я вам еще покажу кое-что тут. Следующий, так вот, поезд. Вот его пока еще нельзя ремонтировать, но можно посмотреть, что там в салоне. Ну вот так вот, в общем. Прямо из этого. Прямо из депо можно посмотреть. Там еще какой-то поезд здесь, третий. Но это такой же номерной, я так думаю, понял, просто... Чуть-чуть другой окраски. В общем, вот такая была игра и новое обновление. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.